Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы продолжим играть в игру про наших выживших в игрульке Left to Survive. Ну что же, так, мы смотрим, да, в честь Хэллоуина у нас база стала как тыква. Слушайте, довольно прикольно сделано. Так, ну, сейчас мы, наверное, не об этом. Ребята, я уже собрал призы, которые здесь выдавались. Мне выпал герой. Ну, правда, опять же, там 5 карточек, то есть это маловато. Собрал я здесь золотишко, поставил на улучшение нефтяную вышку. Через 14 часов она будет готова. А что нужно мне для городского центра, для следующего? Так, мне нужно 9000 горючки, это довольно много, ребята. Но сегодня мы с вами отправляемся, естественно, на задание. Ребята, я... Так, погоди, почему 4-й регион я должен скачать? Он же у меня скачанный. Так, ребятушки, секунду. Нажму-ка я на паузу, скачаю, не знаю почему. Надо заново все это скачать, может быть, в честь обновления. В общем, короче, скачаю и продолжим. Ну что ж, ребята, я скачал, давайте смотреть, что у нас тут. Ну, в принципе, все как и было, ничего новенького не добавили. Но, тем не менее, мы с вами отправляемся в открытое море. Говорят, зомби не могут пересечь море, напрасно. Так, а я гляну еще, ребята, смогу ли я улучшить? Нет, ребят, к сожалению, больше не смогу. Хотя, если бы у меня было бы 1930 баксов, я мог бы увеличить себе множитель крит урона. В принципе, это довольно бы неплохо помешало, не помешало бы точнее. Но можно сделать через мгновенное улучшение, потратив 20 слитков голды, как раз у меня есть. Но жалко, я попробую, ребят, так справиться. Если у меня получится, все будет хорошо, если нет, придется, наверное, делать улучшение. Нет, ну можно, конечно, вот здесь вот подзаработать. Как-никак, да? В общем, давайте, ребят, смотреть. Мне очень интересно посмотреть дальше сюжеточку. Поехали. Так, Пандора, контейнеровоз, место постройки Вальпараиса. Спущен на воду в 1991 году. Ага, понятно. Заметки Салливана. Так, ну, кто у нас тут? Оу, вот даже как тут. Спасите выживших. Когда на землю спустилась чума, мы скрылись на Пандоре. Но чума пришла и на Пандору. Люди обратились в неправедных. Ага, это Дак Джекинс нам говорит. А просто мертвыми их называть нельзя. Неправедные заполонят землю и море, воздух и небо. И спасения не будет. Готовьтесь к худшему. Он, по-моему, какой-то религиозный фанатик. Но я никак не могу понять, почему их здесь все-таки двое. Они что, братья Дак и Дик? Ладно, поехали, ребята, у нас с вами великие дела. Ой, только не говорите, что я должен их спасать. По-моему, так и есть, ребят. Да-да-да, раз я нахожусь наверху, значит, мне нужно их спасать. Ядрёный батон, ненавижу я вот эти вот миссии по спасению выживших. Ладно, ну что ты там? Опа, а теперь меня надо уже спасать, по-моему. Ёпрс, это там... Там взрыватель, ребят, идет. Там идет взрыватель. Черт. Давай. Ребята, прикрывайте меня. Я этого пухляка сейчас грохну. Должен грохнуть. Да чтоб тебе, да пошла ты. Только давайте не всех в кучу, ребят. Не надо мне тут этих левиафанов и так далее. Что, где, кто? А, подрывник приближается, вижу. Ой. Не, он там не один. Он не один, ребят. Да взорвись ты уже к ядрене фени. Всех троих нет. Не троих, к сожалению, только... Одного. Да чтоб тебя, ну. Ё-моё, приближается сейчас. Будет больно кому-то, ребят. Где он там? Я его не вижу в этом тумане. Ну, вижу. Ой-ё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 . Тихо. Как же у меня очень быстро, ребят, заканчиваются боеприпасы на моей хреновой винтовке. Так, последний, да, нам? Из магикан. Есть! Ребят, не так уж и сложно, в принципе. Я думал, будет намного хуже. Так, дружище, ты не видел тут зеленых ящиков? Ящики? Глубоко далеко. Один из моих людей решил глянуть, что в них. Открыл ящик, чума его и забрала. Слушайте, а мы с вами получаем баксы, ребята, и причем довольно неплохую сумму, плюс ящики. Так, Джессики Сильверстоун. Итак, на корабле полно биологического оружия, а Салливан хочет, чтобы мы доставили оружие ему. Что может пойти не так? А я, кстати, ребят, догадываюсь, что может пойти не так. Он хочет его захапать себе, а нас пустить в расход. Вот и все. Другого варианта здесь нету и, наверное, быть не может. Он предаст нас.
Стопудово говорю. Так, ну что, ребята, как видите, у нас открывается следующее задание, но чего-то, как всегда, не хватает. Оу, Майкл Беннет. Мы получаем с вами 9 уровень, соответственно, у нас увеличивается здоровье, и мы стали крепче с вами. Это хорошо, ребята, это очень хорошо. Но плохо то, что вот здесь вот не хватает силы оружия. И давайте хотя бы посмотрим, сможем ли мы улучшить. Так, нужно 505, у нас 462. Соответственно, давайте смотреть. Это будет у нас 470, да, при перезарядке. 470 плюс еще 9, это 479. Плюс еще 8. Слушайте, не хватает? Не хватает, нам потребуется городской центр 11 уровня, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, вот, как говорится, не было печали. Но другого варианта нету у нас, дорогие мои, нету. Мне придется, так, сейчас, секундочку, поставить на улучшение, перезарядку. Именно так. Потом я сделаю разброс, потом, конечно же, я улучшу множитель. Но 505 силы я вряд ли наберу. И это мало того, что я не наберу, ребята. Нету у меня, так сказать, альтернативы. Так, что у нас здесь? О, 660 долларов. У меня нет альтернативы в плане того, что выбора другого оружия мне не дают. Хотя я могу посмотреть, ребята. Да что такое? Мне, куда я не зайду, везде нужно обновить. Что за фигня? Я понимаю, если бы тут какой-то был ивент, посвященный Хэллоуину, но здесь просто PvP-турнир в данный момент идет. Как-то странно. Так, и PvP тоже нужно обновить. И причем обновление довольно некислые. По 200-300 мегабайт. Это какие нафиг ворота влазит, ребят, с такими обновлениями. Не супер-то тут такая игра, чтобы так все много весело-то. Ладно, хорошо. Выбора все равно у нас, ребята, нету. Придется вам подождать. Я, наверное, выложу эту серию. Мы не будем с вами еще там, я не знаю сколько, неделю-другую ждать до выхода следующей, потом объединять. Она у меня просто-напросто затеряется. Да, коротко, но другого выбора нету. Так что обязательно увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Ты мог бы жить, как все живут, бежать, как все вокруг бегут. Суровый дорог не для тебя, не для тебя это шум. Ты взял багаж и ноутбук, купил билет весь первый круг. Сказал себе, горит все пламенем, меня зовет край земли. Это трудно порвать, это трудно понять, что так тянет меня.